Привет, не спящие. Ну что ж, во-первых, давайте сначала я проверю, не наркоман ли я. И нет, я не наркоман. Вроде все в порядке. Так вот, это Endzone. Какая-то стратегия про выживание. Разумеется, ранний доступ. Разумеется, все через жопу. Я едва выставил настройки разрешения, потому что игра при переключении в фуллскрин отказывалась просто мне показывать окошко, принять, и по таймеру откатывала настройки обратно. В ожидании химеры мне просто не во что играть, и кроме кофейни и, возможно, еще рабочих ресурсов, вот решил взять какой-то Endzone. Чё это такое? С чем его едят? Сейчас разберемся. Так, значит, название поселения. Угу. А, есть русский. Это очень странно. Издание гоговское. Но есть русский. Давай назовем ее просто... Помойка. Отлично. Сойдет. Мне нравится. Количество поселенцев. Среднее. Пофиг. Инструменты из металла. А какие еще есть? Излома нет. Ну давай из металла. Угольная маска. Это ты берешь уголь, обмазываешь лицо углем и ходишь так? Ну, наверное, здорово. Не проверял как-то. А что есть еще? Угольная маска. Повязка? Нет. И защитный костюм. Нифига себе. Ну давай угольная маска. Расстояние до воды. Близко и, ну, разумеется, далеко. И средний еще есть. Ну давай близко. Код карты. Разумеется, это сиды. Шаблоны. Размер карты большой. Давай мне средний. Не хочу большой. Загружаться еще будет сотню лет. Количество гор. Маленькое. Количество озер. Маленькое. Количество лесов. Среднее. Количество развалин. Маленькое. Ну, как-то так. Давай. Загружаться, наверное, будет сотню лет, потому что это очень странная игра, которая сама по себе весит 8 гигабайт, и оперативки жрет 8 гигабайт. То есть можно было бы ее целиком оперативку загрузить, и все бы было прекрасно, наверное. Но... нет. О, фига себе. Новое начало. Кажется, место вполне подходит, чтобы здесь обосноваться. По сюжету игры... Я уже вижу, что она лагает. По сюжету игры... Вроде как люди пережили апокалипсис, вернее апокалипсис, и вот теперь живут как-то так. Как же она ужасно себя ведет. Я прямо чувствую, мне прямо так тяжело камеру передвигать. Жесть. Она как будто весит целую тонну. Ну и классика, конечно же, дети. Штук 5, взрослых штук 10. Вода, инструменты, еда. И только не это ублюдское управление. А, то есть вот так вот, да? То есть управление менять — это для слабаков, это все не нужно. Конечно, а зачем? Менять управление, ха, сейчас. Открыть открытые производственные границы. В каком, вашу мать, смысле? Жесть. А можно, а нельзя? А нет, ну окей, ненавижу вот этот вот сайт-скроллинг ублюдский. Абсолютно. Ладно, будем играть, значит, стрелочками. Что, с чем тут, как это вообще все работает? Ты кто? Джиада. Окей. Гианлука. Что-то какое-то поселение испанцев, видимо. Ладно, чего у нас есть? У нас есть профессии, которые не работают. Задания и задачи. Стерны, мосты, восхитительно. Влажность почвы. Радиация. Это почва, радиация? Да, это почва, радиация. Ай, больно. За провода лучше, конечно, не дергать. Что она означает? Уровень низкий. То есть вот здесь вот все фонит, но слабо, да? А вот здесь вот прям сильно фонит. Ну, допустим. Водичка рядом, все рядом, вон там мусора прям, я смотрю, куча. Ну, что-то, ребята, вы так место, конечно, выбрали себе. Так, ага, тут есть погода. Интересно.
А это что такое? Статистика. Клево. А это что? Запасы. У нас есть вода. Видимо, в баке бобы. Маски есть. Древесина, лом. Даже инструменты есть. Этот пот. Под какой что? А, год. Вот и. Так, это что? Оповещение. Круто. Цели. Круто. Дневник игры. Круто. Руководство по выживанию. Вдвойне круто. Лимиты производства. Ясненько. Так, а это что? А где моя стройка? Улучшить здание. Ну, у нас, в принципе, все это есть. Да? Нет. Повязка, ну это понятно. Строить, ремонтировать, строить. Ремонтировать, строить, ремонтировать, конечно. Запустить, остановить. Посетители. Это, видимо, запасы этого здания. Лимит запасов. Корреляция. Ясно, понятно. А где окно, вашу мать? Строительство. Поле. О, плантация. На это здание влияет отравление почвы. Почему интерфейс такой маленький? Мне больно аж. Жесть. Поле. Поле, 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 поле. Ну, давай поставим поле здесь. Чё? Не ставится. А здесь поставится? Не ставится. А здесь? Нет? Понятненько. Ну, это строительство, я так понимаю. Свалка. Нифига себе. Мощно. 160. А где все мои? Ага. Понятно. Мастерская, жилье. Дом. Дом с балконом. А в чем разница? Почему на дом с балконом нужны какие-то бутылки? Что это за бутылки? Это, наверное, какой-то пластик. Что-то вроде этого. Так, бутылки. Какие-то бутылки. А их здесь... Ага, да, действительно пластик. Интересно, зачем дому с балконом пластик? Почему нельзя сделать балкон из дерева? А, вот он, пластик, действительно. Ладно. А можно переехать как-то? Я бы вот переехал куда-нибудь вот сюда. Ну ладно. Улучшить здание. Для этого надо 72 древесины. Фигня. И 48 металла. Тоже фигня. Улучшаем. А я пока построю что-нибудь интересненькое. Общественное. Есть костер. Бухло, больница, школа, кладбище, мастерская. А, это метеостанция. Интерфейс реально маленький. Неудобно. Ужас. Дороги есть, склад. Есть, кстати, рынок. Экспедиционный пост. Склад, я думаю, нам понадобится. А можно его как-то развернуть? Это камеру развернуть. Это тоже не то. Как тебя вращать-то? А это что такое? Здание такого типа. Что? Так, это центра... Вернее, это к центру. Ага, нашел. А где у тебя вход? Вход не похоже. Ладно, будешь стоять здесь. Чего он там не требовал? А, ну этого нам хватит. Электричество. Сбор древесины. А почему мне нельзя поставить здесь поле? Что за фигня? Хижина рыбака. Кстати, может быть, построить пока туда-сюда. Тут как раз недалеко, в принципе. Где вода должна быть? Ну, допустим, как-нибудь... Что ты будешь делать? Не ставится. Так, подожди, другой стороной. Во. Во, вот здесь поставится. Хижина охотника, хижина собирателя.
А здесь есть что собирать? Странно, почему не ставится поле? Требуется орошение почвы. А, то есть почву надо качать. Окей. Ну, в принципе, ладно. Эффективность 80%. Почему там написано хижина рыбака? Мне нужен колодец. Допустим, где-нибудь здесь. Ороситель. Ага. А он прям вот область вокруг себя орошает, да? Клёво. Ну дай подумать. Роситель. Я думаю, подождет. Водонапорная башня дороговато. Цистерна, что она, большая? Большая. Зараза. Ладно, пофиг. Будешь здесь стоять. Дождесборник мне не нужен. А по поводу пищи. Плантация. Вот плантации, по-моему... Тоже нужно орошение, понятно. Ладно, свалка. Позволяет собирать лом из развалин поблизости. Здорово. Хижина лесника. Хижина дровосека позволяет рубить деревья, засаживать пустыри саженцами, либо делать и то, и другое. Вообще полезная вещь. Оставим ее прямо здесь, да? Чего париться-то? Жилье. На сколько человек? 431. А, тьфу ты, ё. Это мои запасы. Наверное. А на сколько человек это жилье? А, двое взрослых, трое детей. Окей. А, один домик вам поставлю тогда. А, костер вам поставлю тогда. Вот здесь вот. Поставить негде. Здесь будет костер тогда у вас. И логистика этой дороги, это понятно. А зачем нам нужен рынок? Чем мы будем покупать, продавать? Центральное здание для распределения ресурсов поселения. Ну, это дорого. Электричество, солнечная батарея, что хочет? Тоже много чего хочет. Задачи. Сбор древесины. Сбор растений. Сбор лома. Сбор всех ресурсов. Разумеется, сбор всех ресурсов. Здесь... Все? Мне сразу вторую скорость. Жителей назначать вроде как не надо. А нет, надо. Тогда вот что, подожди. Водонос будет один. Строитель будет... Вернее, строителей будет два. Колодезник. Что за перевод странный? Работает у колодца, постоянно подавая воду. Будешь один человек. Рыбаки сразу четыре человека пойдут. Лесник. Два человека. Поселенец. Выполняет простые задачи и помогает переносить ресурсы. Ладно, один рыбак будет просто поселенцем. Будет на подсосах там бегать. Все, всем помогать, подносить и так далее. Вообще, если бы не ублюдская оптимизация... Игра бы вышла забавной. Ну, по крайней мере, пока что мне нравится. Это как в том случае с игрой, которая была вот недавно на канале. Как же она называлась-то? Surviving the Aftermath. По-моему, так она называлась. Катастрофически ужасная игра в плане оптимизации, в плане самого геймплея. Какой-то пресный, банальный, скучный. Играть неинтересно. А тут вроде все то же самое, только как-то по-другому. Ну и, разумеется, без оптимизации. А, воды 550, еды 597. То есть все хорошо. Это что такое? А, можно мне как-то... Ага. О, видимо, баги какие-то. О, как работает склад? Разобрать. Не, я не хочу разбирать склад, зачем? А чего ему? Ой, энергопотребление 50. Охренеть! Они еще энергию потребляют. Совсем охренели. Как там мое? Мой автобус. Порядки, я смотрю. Ограничение защиты на одежду. Нет, конечно. Зачем мне какие-то ограничения? Шутите, что ли? Цистерна. Колодец. Вкл. Построить. Мостки. Зачем? Дождесборник. Маршрут образовался интересный.
Ага, можно рабочую область переносить и даже улучшать. Это здорово. Хорошо. Клара. Клара у нас занимается сборкой воды. Вернее, сбором воды этот поселенец еще не получал достижений. Печальненько, Клара. Печальненько. Почему без достижений? А? Она уже замужем. Как ее быстро оприходовали-то. Так, ну, цистерна работает. Колодец работает на ручной тяге. Эффективность производства 100%. Энергопотребление 50. Да откуда у вас энергопотребление? Энергии нет. Что все, наркоманы, что ли? А что у нас делает костер, кстати? Просто существует? Зачем-то нужен костер? Место, где поселенцы встречаются, чтобы поднять настроение. О как. А это что не строим? Лом. Ну это поправимо, это поправимо. Сейчас я вам устрою. Сбор металлолома. А вот здесь вот. Что такое? Собирайте лом. А можно мне как-то снять это, вот это вот, вот разобрать? Отлично. Отлично. Мне бы еще какой-нибудь раситель и производство еды наладить. Было бы здорово. Ну да, здесь тоже лома не хватает, а здесь тоже лома не хватает. Почему никто не собирает лом? Я для кого поставил точку? Он уже дымит. А как склад вообще работает? Что-то мне никто не рассказывал. Дай-ка я ткну вот сюда и гляну, как работает склад. Хранение хранят в зданиях. Понятно, понятно. Лимиты производства. Ага. Ясненько. Понятненько. Кто-нибудь собирает? Два из четырех. 130. Ну, судя по всему, кто-то пошел, погреб. А что-то скорость такая маленькая. Давайте быстрее. Быстрее, быстрее. Давайте, давайте. Разгребайте весь этот мусор. Да и зачем вам вообще защитная одежда? Тут радиации-то нету. Ну, пятно вот какое-то. Понящее. Только и всего. Тут еще пятно какое-то. Что такое? Вместимость этого здания на пределе. А это что такое? Бездомным поселенцам нужны палатки. Несчастные поселенцы. Ну, ребята, ребята, терпите. Терпите. А с чего строятся палатки? Нифига себе палатки. Вот это элитное жилье просто. 25 человек. Охренеть. Не-не-не, ребят. Я буду строить вам дома. И только после того, как вы выкопаете хоть немножко металла. А костер у вас ого-го. Я-то надеялся, что там будет здание. Клетка на клетку. И все. А, ну вон как. Чё это, дети уменьшаются? Странно это как-то. ХП у них уходит. Бездомные поселенцы. Ничего, потерпят. Цистерна, я смотрю, у нас прям... Ух, хоть купайся в ней. Воды дофига. О, все, лесник, смотри, работает. Рабочая сила есть. Красота. Рабочая область — это фигня. Выключите вот это вот. Погода и время суток. А что такое Г3? Год? Дождик. Дождик — это фигня. Влажность почвы. Или не что это такое? Я включил влажность почвы. Почему она непостоянная? Здесь более сухая, здесь наоборот. Что за бред? Рыбаки там
рыбу ловят? Я надеюсь, что ловят. Потому что если не ловят, им хана. Да, заканчивается. Еще и вода почему-то заканчиваться начала. У нас же есть колодец, у нас есть цистерна целая. Какой кошмар. А мы домик достроили? Да, строили. А его улучшить можно. Этот пластик надо добывать где-то. А пластика у меня нет. Какой-то кошмар, как по мне. Образование — это фигня. Щита. Перец. Ладно. А мне нужен какой-нибудь краситель. А пищу готовить не надо, да? Она сама по себе работает, и все. Задачи. Сбор растений, допустим. О, смотри, а здесь еда есть. 105. 133. Собирайте растения, слушай. Малый запас еды, малый запас воды. А колодец — это вот, это все фигня, да? Это как бы не считается. Водой, едой вообще ничем не считается, видимо. Ну, 211. Нормально у нас воды. Всего у нас хватает. Что такое? Что случилось в нашем лесу? Бездомные запасы, фигня, это все. Бездомные, бездомные. Сколько у нас? 13 человек, да? А сюда влезает 2 человека. У нас получается тогда 4. 6. 8. 10. 12. Ну, как-то так. Судя по всему, еду готовить не надо. Она у нас откуда-то берется. Правда, загадка, откуда, но берется. Видимо, рыбаки все-таки как-то работают. Они тащат что-то в склад. Да, вот есть рыба. Судя по всему, готовить ее не надо. Ее жрут так. Ну и хорошо. Мне это только в плюс. Ну смотри, как шустро дома-то строят. Надо все-таки решить этот вопрос с едой. Мне он прямо как-то не нравится. Надо плотнее, плотнее застраивать это все дело. Почему вода так уходит жестко? У нас сраный колодец стоит. Вы чего? Что за фигня? Кошмар. Ресурсы, ресурсы. Это фигня. Пункт переработки. Вернее, пункт переработки. Можно заниматься только одним видом ресурсов. Портные, мастерские, фигня. Поле. Нужен, очевидно, ороситель. Ладно. Где он был-то хоть? Это фигня. Это фигня. Видимо, здесь. Мостики. Место забора воды. А зачем, если у меня есть целый этот самый колодец? Ладно, фиг с ним. А ороситель? Я ведь могу? Не могу. Пластика-то нету. Так, здрасте. А если у меня нет пластика, то каким образом мне выращивать еду? Если даже сраные плантации
нельзя нигде построить. Вообще нигде. Что за бред? Хижина собирателя. Пластик нужен? Не нужен. Ну вот, значит, будешь собирателем. Ну, смотри, сколько кустов. Обсобираешься. 340, 350. Давай вот здесь будешь собирать. Ну хорошо, хорошо, давайте я поставлю вам сраные мостики. Задолбали. На. Пластик не нужен ведь? Не нужен. Всё. Ух ты. А тут тоже мусор, я смотрю, есть. Сбор лома. Фигня? Сбор лома. А можно как-то вот, вот так? И рабочую зону, я говорю, переместить. А, она прям целиком перемещается. Ну окей. Так тоже сойдет. Собирать или нет? Это поправимо. Водонос будете вдвоем в воду носить. Строители фигня. Рыбака точно одного надо назначить. А, один поселенец. Вот я не уверен по поводу поселенцев. Они будут носить ресурсы, если я назначу их строителями, или нет? И кто будет добывать, если я назначу поселенцев строителями? Тоже вопрос. 14 на 7. А у нас что, бездомные появились, что ли? Вроде нет. Что такое? Не хватает работников. То есть все-таки поселенцы обыкновенные нужны. Да. Жесть. Взрослые. Нафига мне огороженный автобус? Зачем он мне? Я бы его снес и на его месте построил что-нибудь более полезное. Ну, я смотрю, дети растут, а взрослые что-то умирают. Профессионалы. Несчастные поселенцы. Прислушайтесь к их потребностям. Чего вам надо, несчастные ублюдки? Что? Родственник поселенца умер и не похоронен. Вот грусть-то какая! Вот досада-то, да? Поселенец хочет пить. Так сходи, мать твою, к колодцу и попей! Ладно, уговорили. Построю я вам кладбище. Да, построю. Ресурсов хватает. Я вам его даже разверну вот как-нибудь так. Поближе, поближе. Все, наслаждайтесь. Вот вам кладбище. Вперед. Чтобы больше мне тут вот это вот не грустили, да? Грустные ублюдки. Поселенец без защитной одежды. Целых два. Грустно, наверное. Поселенцы страдают из-за жажды. Так качайте воду. У вас цистерна целая. Чего вам не нравится-то? Чёртовы нарколыги. Пластика у меня нет. А что это за ресурс такой? Уголь. Интересно. Лом. Лом когда-нибудь будет. Когда-нибудь точно будет. Пока что нет. Пока что не будет лома. Собиратель. У нас умер колодезник один. Могильщик тоже подождет. М-
Дети долго растут уж слишком. Это вообще первый пробный запуск. И, скорее всего, продолжать эту игру я не буду, ну, потому что вы видите, что это ранний доступ, и что он ведет себя, ну, очень нехорошо. Ой, дети умирать начали, прекрасно. Зашибись просто. Ну, зато мы задачу выполнили какую-то. Даже награду дали. Соберите ресурсы в области. А, нет, это надо выполнить, наоборот. Ах, кошмар. Колодезник один, водонос. Носите воду, страдайте. Задолбали. Чтобы еду, воду, все вот это вот не таскали. Иначе вы все равно все сдохнете. И постройте, наконец, сраное кладбище. Кладбище надо будет вообще в первую очередь, наверное, строить. Вернее... одним из первых. Да хватит умирать. У вас есть и вода, и колодезник, и все что угодно. Кстати, водонапорная башня, по-моему, очень дорогая. Мы ее просто не построим, там аж уголь нужен. Дождесборник мы тоже не построим. Колодец добывает воду медленно. Да может делать... вернее, зато может это делать даже во время засухи. Угу. Но он же добывает воду, правильно? Правильно. Только тут не написано, сколько именно он это... вернее, сколько именно воды он добывает. За этот год 60. За прошлый год 360. Не, ну... это не смешно. Почему так мало-то? Ну хорошо, а здесь кто-нибудь работает? Здесь целый мостик. Иди, забирай воду, набирай. Какие проблемы? Нароситель нужен пластик. Я его не поставлю. Если только мы пластик где-то не раздобудем. Получает излома. Время сортировки или переработки. Ну, с этим пока будет проблемка. С 3 человека нужен один строитель. Ничего не получилось, слишком много лома, чтобы совсем разобраться. Конечно. В следующий раз будем стараться лучше. Какая миссия, чего? А, это задача, прошу, понятно. Ну, это, да, конечно... о, какой-то ресурс добыли. Медикаменты. Ха. Травы, видимо, насобирали. А, все, построили. Вот вам могильщик один. Зачем-то. Собиратель один. Водонос один. Потому что воды у нас явно не хватает. Ну, я думаю, в остальном людишки справятся. Со своей задачей. Выживать просто. Там дети подрастут, они еще раз плодятся. Надо просто подождать. Нет, этой игре определенно нужна оптимизация. Прям без нее никак вообще. Ужасно. Надо еще шить защитную одежду сразу. Потому что они грустят, если у них нет защитной одежды. И, скорее всего, им нужен какой-нибудь бар там или еще что-нибудь. Но поля строить вообще нельзя. Это здание... вернее, на это здание влияет орошение почвы. Создать его можно без затрат ресурсов, но на выращивание урожая уйдет время. Хорошо, хорошо. Это не проблема. Почему нельзя разместить сраное здание нигде вообще? Что это такое? Вид что-то мешает. Что вход? А-а-а! Или не а? Нет, не а. Это просто вход. Нет, это просто вход. Поле разместить вообще нигде нельзя. Хоть ты тресни, хоть ты лопни. Фигня какая-то. Оно нигде не размещается. Все. Дошло. Надо было просто кликнуть один раз. О,
тяжелый случай-то какой. Давай прям большое поле забабахаем, да? Чтобы страдать было поменьше. Видимо, слишком большое. Фонарики полетели. Вот такое поле будет норм, я думаю. 10 на 16. Громенное полище. Плантация. Что можно выращивать на плантациях? Самому интересно. Давай как-нибудь вот так. И даже, наверное, вот как-то вот так. 8 на 8. Плантации, фиг с ними. Будут, значит, плантации. 8 человек. А почему вы 8 человек не плодитесь? Собирайте ресурсы в области. Лом. Не хочу. В другой раз. Поселенцы без защитной одежды. Обойдутся. Все 7 человек без защитной одежды? Да у меня нет портного. Мне шить одежду не из чего. Из чего я вам ее сошью? Из старых людей? Могилы. Уже 19 могил? Чего? Откуда ты столько взял? Жесть. О, ребенок родился. Это хорошо. Это замечательно. Так, у нас есть 2 человека. Строители нам пока не нужны. Фермер будет 1 человек. Лесник будет 1 человек. Ну и все. Люди пока кончились. Что сажаем? Выбрать семена. Перчик или картошку? Да что ж такое-то? Опять картофельная страна. Ну ладно, картошка так картошка. Из нее урожая больше получается. Выращивайте картошку, а здесь будем выращивать грушу. Окей, груша так груша. Тоже пойдет. Сколько растет эта хрень? Посадка идет. Все, умер человек. Зашибись. Сеял, сеял и сдох. В процессе. Несчастные поселенцы. Кто ты? Все, исчез сразу же. Шхерится. Собака. Засевайте сраное поле. Да наплевать мне на вашу миссию. Отстаньте. Не до этого сейчас. Фермер. Один фермер. Ладно, сойдет. Пока жить можно. Я пока сомневаюсь в том, что они выживут. В принципе, ну попробуем. Что такое? Опять забивается. Ну так уносите воду. Как будто вам ее девать некуда. Вы ее прожираете так, что... Вон, у нас здание без воды. Осталось какое-то. А, это засуха. Запасайте воду. У нас есть колодец. Зачем мне запасать воду? Жалко, здесь работать некому. Картошку-то выращивать веселее. Засажено 34 из 117. Растет. Радиации нет. Влажность почвы сухая. А поливать ее никто не будет, я так понимаю. Это засуха такая. Только я поставил чертовы поля, как началась засуха. Прекрасно, прекрасно. Обожаю. И продлится она до следующего, мать его, года. Даже до 19-го, очевидно, года. Весь 18-й год будет засуха. Класс. Зато еды много. Накопили. Что? Что еще ты хочешь от меня, игра? Поселенцы без защитной одежды. Потерпят. Но защитной одежды у нас нет. Все, хватит. Опаньки, ошибка заметная. А пофиг. Кошмар. Просто кошмар. Там, я смотрю, груша вся засохла к херам просто. Знаете, что мне нужно? Мне нужен строитель. Мне нужен один строитель и... Мне нужен, наверное, пункт переработки. В мастерской, я так понимаю, они делают инструменты. Портной шьет защиту от радиации. Угольная печь делает из древесины уголь. Тоже логично. Центр сортировки. Работает сразу несколько сортировщиков, находящихся в ломе металл
ткань, пластик и электронику одновременно. Это тот же самый центр переработки, вернее, пункт переработки, только работает сразу со всеми ресурсами. И требует он, конечно же, металла. То есть, одно без другого не построить. Зашибись. Ну и ладно. Ну и не страшно. Это вот зеленая полоска, это вход, как оказалось. Тогда мы построим прям тут, наверное. Поплотней. И можно? Нельзя. Я собирался построить дорогу, но нет. Я, пожалуй, пока что пас. Все настолько плохо, да, что аж озеро пересохло. Зашибись. Нифига себе у вас тут бури. Жесть. У нас остались хотя бы люди-то? Не осталось. Ну, у нас, в принципе, двое детей. Они еще подрастут. Конечно, взрослые помрут к этому времени уже. Но что поделать. Как я помню, в той игре на Unity, тоже про выживание, живешь в пустыне, и люди вместо того, чтобы расстраиваться там из-за нехватки воды, из-за высокого уровня преступности, они расстраиваются из-за того, что в городе нет дома престарелых. Ну, старикам доживать негде. Они такие: опять умирать. И расстраиваются из-за того, что старикам доживать негде. А отсутствие туалетов — это вообще анекдот. Это прям жесткий прикол. Люди, представляете, люди не могут срать без туалета в той игре. Это было что-то с чем-то. Вот, ну, не могут люди просто выйти на улицу и погадить. Нет, что ты, обязательно нужен туалет. Без туалета они тоже расстраиваются. Туалеты и дома престарелых. Кошмар. О, смотрите, картошку засеивать начали. А что там, почва, что ли, это самое? Промокло. Не, не промокло. Зато озеро опять начинает наполняться. Это хорошо. Ну, взрослые потихоньку возвращаются обратно. Пока еще балансируем так. Едва-едва, но, в принципе, я думаю, некоторое время-то мы протянем. Так мы мне одного строителя пока назначим. Лесник нам пока не нужен, будешь водоносом. И могильщик пока будет рыбаком. Времен. Надо, чтобы дети подросли. О, смотрите, почва мокрая. Прямо как прямо как хорошая-хорошая почва. Миссия не выполнена. Да суньте свою миссию себе куда подальше. Нужна она мне прям, ваша миссия. Так. Дай подумать. Собиратели мне 100 пудов нужны. Вот насчет рыбака я уже не уверен. У нас, в принципе, есть собиратели, есть фермеры. И я смотрю, картошка там начинает он расти потихоньку. Может быть, переквалифицировать одного в сортировщика? Или подождать... А, у нас же есть строитель. Действительно. Будешь сортировать тогда вещи? Мне нужен пластик. Мне нужен пластик. А сколько пластика мне, кстати, нужно? Мне надо было построить какой-то ороситель, по-моему, или что-то такое. Так, ороситель. А, нет, пластик мне не нужен. Вернее, ороситель мне не нужен. Экспедиционный пост. Круто. Но нет. Но слишком дорого. Больница, больница, метеостанции, школы. Школа, кстати, может быть. Может быть. Вполне себе может быть. Металл. Давай искать металл. Ну и, кстати, пивную тоже можно построить. Правда, я не уверен, что именно она расходует. Пива-то нету. Ну, пока интересно, кстати. Интерфейс не то чтобы очень удобный, но неплохой. Сойдет. Ублюдский сайт-скроллинг. Я вот его просто ненавижу. И причем настройки даже выключить этот сраный сайт-скроллинг нет. Сиди, страдай. Эх,
У них, кстати, у разработчиков в планах к этой игре было указано, что они собираются добавить сюжет, а сюжет в стратегиях это плохо. Но будем надеяться, что они сделают что-нибудь более-менее хорошее. Да плевать мне на поселенцев без защитной одежды. Сколько мне нужно этого самого металла? Так, мне нужен центр переработки. А, всего 12 штук. Вообще фигня. Сейчас мы его быстро накопаем. Здесь электронику, кстати, можно доставать. Но это удобно. Это вообще реально удобно. Я вот пока пытаюсь скомпоновать все это вместе, как строить лучше со старта. В принципе, со старта нужно вообще все. Ну, серьезно. Поселенцы живут, по сути, на дереве и на металлоломе, а металлолом надо добывать из источника, который заканчивается. То есть, по сути, мы сразу втыкаем воду, мы сразу втыкаем костер и идем добывать килотонны воды. Ее надо плюс где-то хранить, они ее прожирают вообще как не в себя. Она еще исчезает куда-то. Разумеется, опять же, поля нужны. Картошку тоже выращивать. Вон, кстати, картошка начала... Вернее, картошку начали собирать. Сколько там выросло? 400. А почему так мало? Ну ладно, в принципе, собирайте. Мне не жалко. Еды мало не бывает. Хорошо, что еду готовить не надо, кстати. Полезно. Так, мне надо было 12 металла, и мы будем еще искать ткань. Наверное, придется делать мастерскую портного, потому что люди, ну, прям реально раздосадованы, что у них нет защиты от радиации, такие, у нас нет одежды. И грустят вот что-то немного. Несчастный ублюдок, где ты? Кто ты? Так, ну стоять, я тебя вижу. Что тебе не нравится? Опять кого-то не похоронили. Да что ж ты будешь делать-то? Ну нет у меня людей. Я не выделю тебе людей на похороны. По-моему, у нас один взрослый должен был появиться. Да, отлично. А нужен ли нам строитель? Не нужен нам строитель. Да плевать мне на ваши миссии. Лесник подождет. Вот вам могильщик, чтобы люди закапывали своих родственничков. И нам теперь нужно где-то брать людей для того, чтобы они ходили копать металл. У нас закончился металлолом. 14, кстати, все, хорош. Ищи ткань. Так, 14. Сейчас прикинем. Центр сортировки большой. 148 металлолома. Это очень много, кстати. Прям реально много. Так, центр металлолома мы, наверное, расположим как-нибудь вот... А куда мы его сунем-то? Совать-то некуда. Будешь, значит, здесь стоять. Держи. Мастерская портного. Ткань тоже нужна для нее. Это ж фигня. Держи. Просто мастерская подождет. Я думаю, что сейчас делать. А что это там с полем случилось? Работать некому. Ай-яй. Так, давай-ка, могильщик. Ты пойдешь строителем? Нет, ты пойдешь копать. Ты сможешь один копать металл сраный? Не сможет. Один. Не хватает развалин. А, все, кончилось. Понятно. Сейчас найдем. Металл, металл. Ноль. А как мне вот эти кучи раскапывать? Здесь есть? О, здесь есть. 26? Вы что, смеетесь? Какие нахрен 26? 44. Вот это хорошее место. 72. Копай там. Один человек, один поселенец. Смелый. Пошел копать. Кошмар.
Им еще надо со старта сразу жилье строить. А жилье не дешевое. Кстати, можно ведь колодец улучшить, правда? Починить это. Цена ремонта 2. Здесь теперь еще все и ломается, да? Ну, замечательно просто. Просто зашибись. Как там, кстати, груша поживает? Ничего, так растет. Жалко, картошку собирать некому, урожай пропадет. Ну, в принципе, у меня 1000 еды должно хватить на какое-то время. Я бы вообще жил в каком-нибудь... Вернее, в какой-нибудь пустыне. Вот там было бы здорово. Знаете что? Там один взрослый появился. Строитель, сортировщик, пофиг. Надо его вообще снять. Фермер один. И все. Кажется, как-то так. И у нас начала заканчиваться вода. Близится засуха. В 27-м году будет засуха. Это очень плохо. Это прямо реально плохо. Может быть, я вот прикинул, разобрать этот сраный грузовичок? Или он электричество нам вырабатывает? Да нет, никакого оборота. Там, походу, просто кто-то живет, да? И все. И там еще какие-то ресурсы вот лежат. Документы. А разобрать его вообще нельзя. Класс. Ну и ладно. Ну и фиг с ним, тогда мы разберем вот это. Разобрать. О, смотрите, картошка цветет. Нифига себе, слушай, а реалистичненько. По крайней мере, похоже на картошку. Немного. Клево. Так, все, воды хватает. Ну, вроде хватает. Что у нас там с людьми? Колодезник. Что такое? Страдают от болезней. Да что ты будешь делать-то, а? А ну стоять. Чем страдаешь? Не может иметь детей из-за возраста. Охренеть. Поселенец болен. Легкое заболевание. Класс. Зашибись просто. Песчаная буря. Ух, как их накрыло-то. Жесть. Где мой металлолом? Почему ничего не тащим? Нет, серьезно, где все рабочие? Во, пошел за металлоломом. Металлоломить. А здание разобрали? Вроде разобрали. Ну, я надеюсь, оно ушло на металлолом. 9 человек. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Один домик даже можно разобрать. В принципе, я думаю, хватит. Пока что домов. Один человек умирать решил, да? Это плохо. Тировщики, это все фигня. Фермеры работают вообще на славу. Там 1000 еды уже накопилось. Хотя ее и жрать-то некому. Опаньки. Че это тут у нас? Металл лежит. А, дай-ка я перенесу тогда задачу по сбору металлолома в другое место. Там, правда, всего 18. А, вот тут вот дохренище его просто. Собирайте. 104. Обсобираешься.
этого металлолома. Кошмар. Опаньки, смотри-ка, радиация начинает капать. По чуть-чуть. Какое-то очень странное выживание в лесу. На постапокалипсис не очень похоже. Больше похоже на какую-то коммуну сектантов, которые поклоняются картошке и груше. И время от времени собирают мусор в лесу. Это еще что такое? А, это дождик такой. Охренеть. Так, один взрослый скончался. Это плохо. Это очень плохо. Без металлолома-то им кранты. Надо еще рынок строить. Рынок — это центр дистрибьюции. Строишь его рядом со складом, получается, и вокруг рынка строишь дома. И они туда ходят, закупаются. Ну, как бы. Радиация растет. Жесть какая. Может быть, кого-нибудь снарядить. Все-таки. Давай-ка одного фермера. Собирателей вообще уберем нафиг. И рыбаков. Да? Два фермера. Норм. Один строитель, норм. Остальные все будут ходить просто и собирать металл. Где у нас хижина? Хижина. Вот это надо разобрать. Где-то хижина собирателя должна быть. Вот она. Вот это надо разобрать. Я надеюсь, мне вернут ресурсы за здание. В принципе, можно еще и могильщика даже поставить. Теоретически. А ресурсы на здание, кстати, походу не возвращают. Значит, сносить их не стоит. Ну и ладно, наплевать. А что это с радиацией у нас? Ух, как фонит-то. Космическая радиация! Всем надеть шапочки из фольги. Опять засуха в 35-м году. Да что ж ты будешь делать-то? То засуха, то радиация. То воды не хватает. Купец, купец. Где мой металл? Какого хрена вы там копаетесь? Так долго. Один. Почему один? У нас должно быть больше. Шесть человек. Два, три, четыре, пять, шесть. И правда. Ладно, один фермер тогда пойдет собирать металл. Ребенок только что вырос. Ладно, так тоже можно. Что? Поселенцы без одежды. Грустные поселенцы. Обученные поселенцы. Потерпят. Вон ребенок родился. Нормально. Пойдет. Это они еще нефти не видели. А кто-то сдох. Сразу же. Сколько там? Один человек. Да что ты будешь делать? Иди, строитель. Ты больше не строитель, ты будешь собирать ходить. Почему нельзя объединить профессии-то, ё-моё? В собирателя и строителя. Почему? Нет. Почему нельзя сделать общую профессию? Ты выбираешь группу людей,
которая занимается всем. И ты просто направляешь ее на приоритетные задачи. Все. Нафига вот эти вот профессии какие-то странные? Это же неудобно. Вот это поле может кормить, походу, человек 10. Два поля. Урожай картошки — это вообще огонь. А металлолома так и не прибавилось, смотрю. Может, пока забить на портного, а? Строить эту. Лом туда таскают еще. Потихонечку. Ну ничего, мы как лом дотаскаем. Чего мы делать-то будем? Как лом дотаскаем? У нас облучение, жесть. Надо больницу строить, а больница наверняка требует какого-нибудь пластика. И опять начнется вот это вот. Дайте мне пластик, дайте мне металл. Дезактивация. Перекапывая грунт. Серьезно? Серьезно? Вот все вот так вот настолько плохо? Жесть. Так, больница. Больница требует, ну конечно, пластик, электроника. Сейчас. Как же? И школа. Надо школу тоже, наверное, все-таки ставить. Образование — штука важная. Да и дети, наверное, расти будут быстрее. Но это уже потом. Мы сначала достроим вот это здание. Достроим это здание. Будем искать все ресурсы сразу. Плюс нам нужен источник металлолома какой-то. Постоянный. Грудолома. Это руина. Эти руины требуют, чтобы скрап-ярд был построен. Был спасен. Хуже этот перевод. Скрап-ярд нужен, значит, да? Ресурсы. Ну, скрап-ярд. Скорее всего, это как раз-таки центр сортировки и есть. А, нет, это, скорее всего, свалка. Да. Свалочка. Как раз таки. В принципе, можно и здесь построить. Чего страшного? Построим здесь свалку. Будем выкапывать груды лома. Потом ее снесем, что-нибудь еще сделаем. Что это? Не забудьте сохранить игру. Не хочу. Сохранение для слабаков. 1300. Ну, по крайней мере, еду мы тянем. А вот с водой будут проблемы. Хотя засуха прошла. Так что откуда взяться проблемам? Ну, кроме того, что люди облучены. Ну, тут уж мало что можно поделать. Больница требует очень много всего, а дезактивировать людей вообще нереально. Без больницы. Разве что хижина травника. Ну, это всего лишь хижина травника, он будет собирать траву. И все на этом. И что он этой травой сделает? Ничего? Ну, здорово. Сбор растений. Сойдет? Сойдет. Здесь ни травы, ни еды, вообще ничего нет. И что мне собирать? Вот что мне собирать? Во! Есть еда, есть целебная трава. Тоже 70. 80. Ну, собирайте здесь. Игли. Вы строить здание собираетесь, нет? О, наконец-то. Аллилуйя. Прогресс строительства на днище. Ну, это поправимо. Вот вам один строитель. Собирайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, один фермер, давай, в колодец. Ой, кто-то еще сдох. Все, это конец. Очевидно, колонии. Ну, это нормально. Для тестовой-то колонии. Пока разберешься с управлением, пока разберешься
с геймплеем. Обычное дело. Я смотрю, водонос у нас прям водоносит. Не строй водонос. Придется забросить время на ферму. Ну, этим тоже каюк. Сомнений в этом нет. Как мне людей дезактивировать? Вообще вот вопрос на миллион. Больница стоит очень дорого. Можно, конечно, из металлолома там сортировать что-нибудь. Но все-таки людей надо до хера. Ну и все, остался один строитель. Что он сделает? Пойдет да помрет. Думаю, в этом смысла пока что... Вернее, смысла продолжать пока что нет. Обязательно продолжим с вами в следующий раз закапывать эту колонию. Ну, скорее всего, начнем новую. Но, тем не менее. А пока что такие дела.